Дорогие друзья, здравствуйте! И сегодня у нас переезд у енотов. Теперь в нашем парке живет не одна Несси. Нам недавно передали еще 4 енотов, 2 мальчиков и 2 девочек. Итого теперь у нас 5 милых, прекрасных енотиков. Они все бывшие домашние, в принципе, у них у всех одинаковая история. И сейчас мы будем выпускать этих красавчиков и будем показывать вам, как они обживаются в вольере. Это самка. Выходи. Все. Теперь эти енотики будут жить у нас в парке. Они не будут никому переданы. Будут жить такой небольшой енотовой колонией. Вот пришла Несси. Несси, ну покажись. Тебя уже люди очень любят. Вот она, наша красотка. Как вы видите, у Несси есть определенный характер. Она очень любит, когда с ней общаются, когда ее гладят, но при этом она может дать понять, что не стоит этого делать сейчас. Я же девочка, настроение у меня очень быстро меняется. Вот, дорогие друзья, такие вот красавчики теперь живут в парке Белый Лев. Находится их вольер за вольером Рыси. То есть проходите от кассы налево, видите вольер Рыси, и следующий вольер — это вольер енотиков.